были просто привод Константинский дворец прямо с саммита Европейского космического сообщества. Как прибыли из Праги напрямую в церковь. Кто в подарок привезли, это не секрет. Кратко. Какой? Нету здесь московского комсомольца, у вас такой журналист есть известный. Как-то его фамилию забыл. Ну, наверное, нет. ВМК как... известных нет. Нет. Хотел рассказать ему, чтобы он обратил внимание, что я на Аурусе приехал. Он любит пакости там. А трактор какой, Александр Григорьевич? Такой, на котором я работаю, в Беларуси. Самый лучший. Ручной сборки. Со всеми насадками? Ну, насадок их, знаешь, миллион, поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку, намешивающую сеялку. Будем сеять хлеб, может еще что-то, она универсальная. Вырастим и Дуде Моровецкому, Европе там, чтобы не голодали, чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам. Александр Григорьевич, а какой выход из сегодняшней международной обстановки, по-вашему? А зачем нам выходить из какой-то международной обстановки? Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили, и выходить оттуда мы не собираемся с какими-то потугами. Они пускай еще с этой международной обстановки, куда они зашли. Но один вам совет. Вы не все знаете. Они ищут этот выход уже давно. Граница безопасности наша западная? Наша западная? Сложно сказать. Вы же слышали заявление, что якобы уже договорились, арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Они, будем думать, мы уже решили. Но еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально. Уважаемые коллеги, добрый день. Прежде всего, хочу выразить признательность всем вам за то, что вы приняли приглашение и приехали сегодня в Петербург. Очень рад видеть здесь, в этом зале, лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками, с которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства и с которыми мы сообща стремимся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Подчеркну, такие неформальные встречи лидеров СНГ
в северной столице России становятся доброй традицией и позволяют в спокойной, дружеской обстановке обменяться мнениями по наиболее актуальным для всех наших стран вопросам.